На заседании попечительского совета фонда «Талант и успех» Владимир Путин отметил, что за два года «Сириус» посетили почти 15,5 тысяч юных дарований. Однако он не вмещает всех талантливых детей страны. Поэтому необходимо во всех регионах создать структуру подобных заведений. В Краснодарском крае работа уже начата, отметил губернатор Вениамин Кондратьев. Он заявил, что искусством, наукой и спортом уже занимаются в Курганинске и Горячем Ключе. Первые центры молодежного инновационного творчества, акцентировал глава региона, не случайно появились в небольших городах. Ведь там юных талантов порой больше, чем в крупных населенных пунктах. Он добавил, что в этом году на Кубани откроются еще три подобных «Сириусу» центра. Еще два в 2018.